Аливасео. Добрый день, уважаемые студенты, коллеги, друзья и спортсмены. Сегодня на нашей третьей лекции мы вспомним достижения выдающихся спортсменов по вольной борьбе со времен СССР, а также поговорим о лучших борцах настоящего времени. А что можно сказать о спортсменах-борцах? Это люди с остальной волей, несгибаемым характером, при виде которых понимаешь, да, такой человек точно сможет постоять за себя, за свою вторую половину и за свою родину. И пусть большинство из них не отличаются привлекательной внешностью, но по части мужественности, физических данных и харизмы они могут дать фору любому другому спортсмену. Надеюсь, вам будет интересно узнать об этих борцах получше. Итак, начнем. Леван Тедеашвили, СССР, Грузия. Советский грузинский борец и самбист, завоевавший на Олимпийских играх 2 золотые медали, 4 золотые медали и 1 серебряную медаль чемпионатов мира. После окончания спортивной карьеры занимался развитием вольной борьбы в Республике Грузия. В 2009-2011 годах работал в качестве президента Национальной федерации самбо Грузии. Арсен Фадзаев, СССР, Россия. Советский и российский борец вольного стиля, завоевавший за свою спортивную карьеру 2 золотые медали Олимпийских игр, а также 6 золотых и 1 серебряную медаль чемпионатов мира. Является обладателем очень редкого достижения. На протяжении 7 лет не проиграл ни одного поединка, а в течение 5 лет не проиграл ни одного балла во всех официальных соревнованиях и турнирах, как на международных соревнованиях, так и внутри страны. На 4 чемпионатах мира признавался лучшим борцом турнира. После завершения карьеры занимался политикой, а также развитием борьбы в России. Сергей Белоглазов, СССР. Советский борец, дважды побеждавший на Олимпийских играх, а также завоевавший 6 золотых и 1 серебряную медаль чемпионатов мира. После завершения своей спортивной карьеры работал со сборной Советского Союза, становился старшим тренером сборной США, а также руководил сборной Японии. После возвращения в Россию работал в качестве главного тренера российской мужской сборной. Под его руководством сборная нашей страны показала успешное выступление на Олимпийских играх в Сиднее и на чемпионатах мира. Махарбек Хадарцев, СССР, Россия, Узбекистан. Советский, российский и узбекский борец, завоевавший 2 золотые и 1 серебряную медаль Олимпийских игр, а также побеждавший на 5 чемпионатах мира. Выступая на 4 Олимпийских играх, он каждый раз выходил под разными флагами. В Сеуле он представлял сборную Советского Союза, а в Барселоне выступал под олимпийским флагом, в Аталанте под флагом России, а в Сиднее под флагом Узбекистана. Александр Медведь, СССР. Лучший борец за всю историю данного вида спорта. Советский борец вольного стиля, завоевавший на Олимпиаде 3 золотые медали. Также Александр Медведь завоевал 7 золотых и 1 серебряную и 1 бронзовую медаль чемпионатов мира. Причем трижды становился чемпионом в разных весовых категориях. В 2005 году Александр Медведь был признан лучшим борцом за всю историю данного вида спорта.
После завершения карьеры работал президентом Белорусской Федерации борьбы. Бесик Кудухов. Он родился в 1986 году в Грузии. 27-летний российский борец вольного стиля осетинского происхождения. Бронзовый призер Олимпиады 2008 года в Пекине и серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне. Четырехкратный чемпион мира 2007, 2009, 2010 и 2011 годах. Чемпион Европы 2007 года. Четырехкратный чемпион России и бронзовый призер России 2013 года. Многократный победитель и призер Кубков мира. Выступал в весовой категории до 60 кг. Но 29 декабря 2013 года двукратный призер Олимпийских игр Бесик Кудухов погиб в ДТП. Авария произошла на федеральной трассе под Армавиром. С машиной спортсмена столкнулся большая грузоподъемная фура. На тот момент ему было всего 27 лет. Интересный факт. За выступление на Олимпийских играх Кудухов был награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Борец посмертно введен в зал славы Международной Федерации Объединенных Стилей Борьбы. Кайл Снайдер по прозвищу Вундеркинд США. Кайл Снайдер родился в 1995 году в Мэриленд, США. Американский борец вольного стиля, чемпион мира среди молодежи 2013 года в весовой категории до 96 кг. Двукратный чемпион мира 2015 и 2017 года, олимпийский чемпион 2016 года и серебряный призер чемпионата мира 2018 года в весовой категории до 97 кг. Американского борца-вольника многие называют спортсменом-вундеркиндом. Еще бы, в свои 19 лет он стал самым молодым в истории США чемпионом мира. На Олимпиаду в Рио Кайл приехал уже опытным 21-летним спортсменом, у которого были все шансы завоевать золото в весовой категории, и он это успешно сделал. Козырь этого борца – недюжинный борцовский характер, умение настраиваться в ответственных соревнованиях и настоящая спортивная дерзость. Абдул Рашид Сайдулаев по прозвищу «Русский танк. Россия». Абдул Рашид Сайдулаев родился в 1996 году в Цуреп, Республика Дагестан. Борец вольного стиля. По национальности аварец, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг. Трехкратный чемпион мира 2014, 2015 и 2018 года. Серебряный призер чемпионата мира 2017. Двукратный чемпион Европы 2014 и 2018 года. Чемпион Европы среди спортсменов до 23 лет 2016. Победитель Европейских игр 2015 года. Многократный победитель различных турниров и чемпионатов России и Европы. До 2018 года выступал в весовой категории до 86 кг. А с 2017 года перешел в категорию до 97 кг. Заслуженный мастер спорта России. Абдул Рашид Сайдулаев по прозвищу «Русский танк», взявший первое российское золото в мужской вольной борьбе, не проиграл ни одной схватки с 2013 года. Как о феномене, о нем заговорили в 2014 году, когда на чемпионате мира в Ташкенте он победил
опытнейшего кубинца Рейнериса Саласа, участника Олимпийских игр в Пекине, трехкратного призера чемпионатов мира. Артур Таймазов, Узбекистан. Артур Таймазов родился в 1979 году в Нагир, Россия. Один из самых титулованных борцов в истории данного вида спорта. Трехкратный олимпийский чемпион 2004, 2008 и 2012 года. Правда, 5 апреля 2017 года Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золотой медали Олимпийских игр 2008 года в связи с наличием его пробок допинга. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2000 года в весовой категории до 130 кг, двукратный чемпион мира 2003-2006 года, двукратный чемпион Азии 2000 и 2011 года, трехкратный чемпион Азиатских игр 2002, 2006, 2010 года, многократный победитель турниров и чемпионатов, самый титулованный спортсмен Узбекистана, а также самый титулованный спортсмен Центрально-Азиатского района во всех видах спорта на Олимпийских играх. Обладатель 2 из 6 золотых олимпийских наград в истории страны. Выступал в весовой категории до 120 кг. Интересный факт. Завоевав 3-ю олимпийскую золотую медаль в Лондоне 2012 года, Артур Таймазов тем самым вписал себя в историю как 3-й борец вольного стиля, выигравший 3 олимпийские золотые награды. Бувайсар Сайтиев, Россия. Лучший борец современности. Бувайсар Сайтиев родился в 1975 году в Хасавюрт, Республика Дагестан. Лучший борец современности. Один из самых титулованных борцов в истории вольной борьбы. Борец вольного стиля, чеченец по происхождению, прославлявший родину Дагестан, трехкратный олимпийский чемпион 96-го, 2004-го, 2008-го года, шестикратный чемпион мира 95-го, 97-го, 98-го, 2001-го, 2003-го, 2005 года, шестикратный чемпион Европы 96-го, 7-го, 8-го, 2000-го, 2001-го, 2006-го года, многократный победитель соревнований международного уровня. Выступал в весовой категории до 74-76 кг. Носит звание заслуженного мастера спорта и самого титулованного вольноборца. 20 раз его честь звучал гимн страны на разных спортивных аренах. Для близких и друзей он до сих пор просто Бусик, для молодежи – пример для выносливости, мужества и стремления к победе. На ковре ему нет равных, и в жизни он не допускает ошибок. Интересный факт. С 1995 по 2000 год он не проиграл ни одной схватки и не отдал сопернику ни одного балла, за что внесен в книгу рекордов Гиннесса. Подводя итоги сегодняшней лекции, однозначно можно сказать, что вольная борьба – это наука побеждать без оружия, искусство, пришедшее к нам от дальних предков. В каждом единоборстве почти всегда есть победитель. Бывает и боевая ничья. Выдающиеся спортсмены по вольной борьбе являются уникальными спортсменами, которые кроме силы, ловкости и выносливости проявляют уважение к противнику, даже если он побежден. Уважаемые студенты,
занимайтесь спортом, проявляйте уважение к людям. Будьте здоровы и до новых встреч! 안녕하세요, 감사합니다.